вами Gelatinous Family. Сегодня я буду записывать туториал на трек Oh My God от группы New Jeans. Мы с вами начнем с самого припева. Стоит сказать, что вся хореография просто построена на женском хип-хопе, поэтому очень важно, чтобы постоянно следили за своими коленочками, они у вас были мягкие, и каждый счет у вас проходил в небольшом каче. Начинаем мы с того, что девочки заканчивают движение. Мы с вами его разучивать не будем, но добавим одно движение для того, чтобы вступить перед самим припевом в счет. Да, просто ручки откидываем в сторону. После этого сразу идут шажочки. Мы с вами немножко подвинемся для нашего удобства. Сначала заучиваем поочередность. Мы с вами шагаем на левую, правую, назад, левую, правую, вперед, левую, правую, назад, левую и правую, вперед. Угу, еще раз. И о май гад, ца-ца-ца-ра-ца, ца-акцент. Супер. На каждый шаг ножки у нас находятся под небольшим углом, и мы с вами делаем хорошее такое приседание вниз. То есть кач, 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 кач вперед. Супер. Вместе с этим у нас работает корпус. Мы с вами начинаем само по себе движение в правую сторону, отпускаем левое плечо, рисуем полный круг и резко переводимся в это же положение на определенный акцент. И то же самое у нас пойдет в другую сторону, с правого плеча на центр. Итого, как это выглядит, мы с вами делаем слева направо, резко влево, вправо и на центр вернули. Пробуем вместе с шажочками. И о май гад, вернули. Ца-за-ца, ца-за-центр. Супер. Вместе с этим, если мы говорим о всех девочках, они просто разводят ручки в стороны и держат таким образом до следующего акцента. Так как мы с вами учим солистку, она делает запястьем уход в левую сторону, а правая ручка у нее идет от запястья к голове. Вместе с этим мы с вами совсем чуть-чуть делаем проворот от головы. Совсем чуть, потому что если увеличить амплитуду, будет видоизменено движение. Закончили мы с вами на 8. И на первый счет. Раз, два, три, четыре. На четвертый счет мы закрываем с вами правую руку перед собой. И то же самое у нас продолжается в другую сторону. Левая ручка у нас пойдет на голову. И голова у нас на правый акцент будет делать проворотик. А левая рука в это же время идет у нас на талию. Без разницы в каком положении, но чаще всего девочки убирают лапку назад. Да. То есть еще раз, если чисто по корпусу и по рукам. О май гад, счет, ца-ца-ца, и еще раз счет. Супер, вместе с ногами. 5, 6, 7, 8. О май гад, счет, ца-ца-ца, ца-уход. Супер. Сразу после этого мы с вами выполняем партию солистки. Мы с вами будем делать проворотик от бедер. При этом каждый раз у нас акцент будет идти больше в правую сторону. Объясню, каким образом это выглядит. Мы с вами делаем правый ход вниз, в правую сторону, широкий круг вправо, снова вниз, в правую сторону, широкий круг вправо. Да, и каждый счет у нас будет оказываться здесь, что во внутреннюю часть, что на переднюю. То есть, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Супер. Первый счет, как вы можете увидеть, более через затяжку проходит. Вместе с этим напоминаю, что степ у нас был на правую ногу. У нас с вами идет еще небольшое передвижение по ногам. И оно выполнять его не обязательно, но оно значительно вам поможет при выполнении следующего, ну, этого движения. Мы с вами делаем на первый счет по бедру левую ножку степ, после этого на правую, на левую, на правую, на левую. Да. По корпусу у нас почти что ничего не происходит, но на каждый счет, как только мы с вами пускаем таз назад, у нас корпус довольно сильно уходит вперед, возвращается, вперед, возвращается. Еще раз, были с вами на степе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Супер. Ручки вместе с этим у нас делают к себе замах. Себе, 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 себе. Да, старайтесь на счету, когда мы с вами стоим вот здесь, ручки водить сильнее за себя, а здесь перед собой. Сильнее за себя, перед собой. Супер, еще раз с самого начала. 5, 6, 7, 8. О май гад. Рука.
ца, 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 акцент. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Супер! То же самое у нас продолжается в другую сторону. У нас точно такие же степы, начиная с правой. О май гад. Правая, ца, ца, ца. Правая и левая приходят у нас четко в бок. Вместе с этим у нас просто меняются ручки. Закончили мы здесь. Теперь мы начинаем с правой стороны. Корпус точно так же делать в правую сторону. О май гад. Сюда. Обратите внимание, что снова я закончила с опущенным правым плечом. В той стороне было левое. И в другую сторону. Ца, 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 ца. Здесь нам нужно будет на один счет сразу сделать два движения. Замах вниз. Это у нас подготовка к следующему. Да, запястья немножко согнуты, потому что следующий акцент у нас будет выглядеть таким образом. Мы с вами будем падать на правую ножку и при этом немножко уводить корпус в бок. Счет, левый шаг, счет, левый шаг. Ручки у нас с этого положения будут заводить локоть назад и выводить его через мах вперед и снова через мах вперед. И таким образом у нас получается движение. Счет и счет и счет и. Следующий счет мы снова с вами делаем такой же замах на правую ногу, а ручка у нас идет к лицу. Вторая у нас будет находиться на талии. То есть счет и ца, ца. И следующий акцент мы с вами делаем кик. Он у нас делается от согнутой ноги с выбиванием ноги и подскоком к ней же. То есть отсюда мы с вами были. Счет, акцент. И вторая часть. Еще раз начиная с первой. 5, 6, 7, 8. О май гад. И ца, ца, ца. И степ, и степ, и степ, и степ другую. О май гад, рука. Ца, ца, ца. И рука, и степ. Степ, позвонили, мах, прикрык. Супер, если что-то непонятно, еще раз перелесните и посмотрите повнимательнее. Мы с вами переходим ко второй части. Здесь я тоже даю пару солистке, она выбегает на центр и танцует, соответственно, сначала одна, потом остальные девочки к ней прибегают. Ее часть полна футворка. То есть сейчас буду вам стараться максимально четко объяснить, но если что-то непонятно, то просто делайте обычные степы. То есть сильно ничего не изменится, точнее изменится, но если вам нужно будет просить, тоже делайте обычные степы. Начинаем мы с того, что на счет «и» нам нужно будет приподнять левую ножку. Счет. Ой, извиняюсь, правую ножку. Да, и правая нога будет разворачивать нам левую. Да, то есть на счет «и» мы с вами приподнимаем правое колено и доворачиваем левую ножку в сторону. Счет. Да, в идеале, если вы сделаете на подъем правого колена разворот левой стопы. Счет. Это вообще прям очень здорово будет, и смена пойдет сюда. После этого мы снова с вами заносим левое колено теперь наверх, отодвигаем, снова заносим правое, делаем степ, с возвращением степ. Еще раз. И раз, и два, и три, и четыре. Супер. Вместе с этим у нас идет движение. Ручка у нас была здесь, так и осталась. Правая рука у нас делает 4 акцента. Счет, 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 счет. А корпус у нас выполняет следующий акцент. Сначала мы с вами выводим правое плечо вперед, после этого левое плечо вперед. И следующие два акцента у нас будет напускание левого плеча вниз. Ца, ца, ца. Да, то есть сверху вниз, сверху вниз. Если соединять это с ногами, то получится таким образом. На счет «и» замах, руки еще нету. И, ой, извиняюсь, почему-то я путаю. И у нас на следующий счет акцент сразу пойдет. И раз. И два, и три, и четыре. Да, только это будет в более быстром темпе. Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь, и раз, и два, и три, и четыре. Супер, замедлите, еще раз повторите ножки. Если не получается, то просто делайте степы. Шаг, 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 шаг. Так тоже можно. Следующее движение. Объясняю сначала ручки. Мы с вами с этого движения выводим локоть вниз, делаем пальчик. Снова от локтя делаем пальчик. После этого делаем хлоп. И через замах небольшой выводим два пальца в бок. Еще раз были здесь. Локоть, палец, локоть, палец, локоть, хлопок, замах вниз.
Супер. Теперь по ногам. Мы с вами снова доделываем еще. Помним, здесь у нас было два степа. Доделаем еще один степ. Такой же. А после этого ножки у нас совсем чуть меняются. У нас также работает левая, но правая у нас идет через замах. Ца-дза, ца-дза. Таким образом, немножко забивая левую ножку. И после этого снова следующий акцент. Мы с вами приподнимаем левую ногу и забиваем правую назад. Да. Во второй части вот этого движения, на самом деле, легче с руками. После того, как мы с вами сделали два раза, счет. Отсюда обычный, забивка. Забивка и здесь смена. Очень медленно отсюда. Замах и раз. И два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Супер, самая сложная часть закончилась. Следующее. Мы с вами вводим правую ножку вперед, назад. После чего у нас идет пропрыжка. Она у нас идет на правую ножку. На правую мы с вами делаем прыг. На левую мы с вами доворачиваемся и подставляем правую на центр. Еще раз. Степ. Степ и право, левое подставили. Супер. Теперь что у нас происходит с ручками? Ручки у нас раскрываются от локтей сюда, раскрываются от локтей сюда, а дальше идет имитация скакалки. Счет, счет, счет. Да, супер. Извиняюсь, если вам бьет микрофон. А с этого движения у нас идет заворот ножек вовнутрь, коленей вовнутрь, после чего у нас идет степ-степ вперед, вовнутрь и вернулись. Еще раз. Ца, правая, левая. Ца, левая, правая. Угу. Ручки у нас сделали замах вовнутрь. Левая вывелась к лицу. Замах и правая просто опустилась вниз. Это уже идет такая полуимпровизационная часть. Там девчонки делают по-разному, но я училась до центровых. А соответственно, делаем с вами степ сюда, степ сюда. Начинается вторая часть, второй части. С этого момента мы с вами спрыгиваемся на обе ножки. Ца-ца-ца. И подтягиваем потихонечку на три счета правую ногу. Руки у нас идут на раскрытие. И также через два акцента опускаются вниз. Ца-ца-ца. Супер. Следующее движение будет немножко интересным. Мы с вами приподнимаем колено, к нему идет корпус. Опускаем колено вниз, ножку. Снова идет нога левая, мы довернулись и подаем к ней корпус. И дальше идет забив. Еще раз вперед, забив, еще раз вперед, забив. То есть на каждую ножку у нас идет кач. И кач, и кач, и кач. Супер, по рукам. Левая рука у нас кидает акцент на правую ножку, после чего мы притягиваем к себе левую с помощью правой руки. После этого у нас идет клэп и клэп спереди. Угу, еще раз отсюда. Ца, 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 ца. Еще раз отсюда. И ра, ца, ца. И вжух, и вжух, и вжух, и вжух. И буквально 4 последних движения осталось. С этого момента мы с вами делаем перепрыг на правую ножку. Левая к ней добавляется на левую ножку. Правая к ней припрыгивает сверху. И забиваем ручками акцент. Вправо. Влево. Супер. После этого у нас идет шажочек на правую ножку, приседание. Шажочек на левую ножку, приседание. Руки у нас делают вывод левого вниз. Вывод правой руки вниз. Да. Еще раз отсюда. Отсюда. Угу. И прыг. Прыг отсюда. Степ вниз, степ вниз. На последнее движение мы с вами доделаем партию солистки. У нас идет шажочек на правую ножку. Ручки идут на раскрытие. И на crazy мы с вами имитируем движение. Угу. Соединяем, значит, мы с вами вторую часть, начиная с... Ох, откуда? С партии солистки, как раз таки вот с этими степами. Угу. Сейчас вам завяжу, чтобы вам не бил микрофон в уши. Все равно будет бить, да? Ну что ж ты будешь делать? Ладно, завяжем вот так. Отсюда. 5, 6, 7, 8 и раз, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Раскрыли, раскрыли. Право, лево, право. Замах, рука, замах, рука. И раз, два, три, и 4, и 5, и 6, и 7. И 8, и раз, и степ раскрыть, степ раскрыть.
Супер, соединяем подсчет все с самого начала, начиная с oh my god. 5, 6, 7, 8 и oh my god, рука, ца-за-ца и рука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Oh my god, рука. Ра-ца-ца и ца и раз, два, три и четыре и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Степ, степ, право, лево, право, замах, рука, замах, рука. Раз, два, три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, восемь, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, crazy now. Ух, аж отдышка появилась. Супер, соедини весь этот танец под скорость 50, 70, 85, 100%.